Uite ta și Dimu. Хорошо, когда старший брат тащит меньшего, да? Мама, я как будто на лодке сейчас. Да. Когда ты, Витя, тебя Коля тащил. Теперь ты Диму тащишь. Дима, ты потом будешь Колиных детей тащить. Да. А что ты с санок слез? Дима. Дима. Залазь. Сядь нормально. А как идти на горку? Вон туда, ну туда и все. Витя! Дима! Что, Витя? Я ты видела, ты упал падаешь. Специально. Меня наклонило. Конечно. Вот машина, конечно. Яжу поднимается медленно. Да. Лошадка, везущая к хворосту. Дима падает специально. Конечно. Витя, собака, как будто человек. Тяжело? Конечно. Мама, собака сидит, как будто человек, смотри. Лучше это не снимать. Однажды в студеную зимнюю пору я вышел, я из лесу вышел, был сильный мороз, и лежу, поднимается медленно в гору. Кто? Лошадка везущая. Хворосту воз. Ты имеешь в виду Витя с Димой? Да. А? Ну да. Витя, ужа! Да, Витя. Куда идем? На горку, да? Снег выпал. Смотри. Вот. Зачем в меня кидать снег? Кинь Папуля, Витя снег. Смотри, у тебя снег выпал. Ага. Да? Дима. А. Дим. А. Ударься об снег. Очень замечательно. Вставай. Так ты сейчас будешь весь мокрый. Вставай. Взял. Вот это да. Это папин дом. Народу сколько готовы кататься с горки. Утонул в снегу. Да. Мы сегодня дойдем до горки. Да. Нет, пусть они вдвоем. Ты будешь с Витей ехать или сам? С Витей. Боишься сам? Так садись. Я могу и сам. Не, садись с ним. С ним садись. Дай поставлю, что он нам наедет. Так он пусть поближе сядет. Как ты сядешь? Ноги сюда ставь. Ближе садись. Смотри, какой мяч сам. Ну, давай вдвоем. Вить, садись. Сейчас. Очень. Так мальчик сядет. Ну, садись. Дима, держись руками. Руками держи. Витя, ты его держи. Может, Миланка один раз едет? В какой горке? Ну да. Марта! И держи его. Пускай нет. Да. Езжайте. Так ты что, на мальчика будешь ехать? А, ну да, ну это вообще, конечно, да. Девочка уйдет в сторону. Я все хочу. Вот это горочка. Девочка, уходи в сторону. А мальчик пока не наедет на девочку. Езжайте. Что, свалились? Ну да. А куда они пошли? Они пошли на другую горку.
Такие классные санки, да? Ну да. Да, Витя наш с ума сходит вдалеке с Димой. Взорвался. Витя, давай, иди сюда! Хватит там валяться! Дима, как твои ощущения? Хорошо. После того, как ты скатился. А ну посмотри на меня. Ты весь красный. Будешь сам теперь ехать? Да. Только туда вниз не иди, хорошо? Куда? Туда, куда вы с Димой, с Витей ходили. Туда вниз ехать? Нет, надо съехать и сразу подняться. Держись. Аккуратненько. Если что, прыгай. Если что, падай на бычок. Мальчик, уйди оттуда. Мама, точно. Да не плачь, дай мальчику не дай. Марта. Все, пацан, суицид. Он держался очень крепко. Что? Я вас боюсь. Так кричал мальчик, уйди, что аж лицом заехал. Мальчик, ты... А что ты слетел, Куза? Я не слетел, ты меня так ударил. Давай, давай, вылазь. Мама, давай лучку. Сейчас Витя съедет сам. Марта, Милана. Перчатку не потеряй. Давай, перчатку бери свою, вылазь. Вылазь. Там холодно сидеть. А что ты ее так держишь двумя пальцами? Ползи, ползи. О, еще хочет, мама упала. Перчатку свою. Одевай перчатку. Сам будешь? Я хочу, чтобы бабуля мне помогла одеть. Не стой на краю горки, здесь дети катаются. Теперь я с Витей теперь. Если падать, старайся на бок. Не замерз? Вперед лицом не падай. Дим, не замерз? Может, домой пойдем? Нет. Он еще покатается. О, Витя наш, отойди от горки, упадешь. Мы только вдвоем по два раза. Садись. Ви, давай вдвоем. Нет, давай ты сам. Вот здесь садись. Если почувствуешь, что ты падаешь, ложись на бок, и лицом вперед не падай. Лицом вперед не падай. Крепко держись, понял? Да. Вот так ногу правильно поставишь. Только не сильно, Ви. Не, он не сильно, у тебя до горки, да. Там ты сам поедешь. А там он остановится у тебя. Не падай вперед. О. Руки решил поднять. О, хорошо. Хорошо получилось. Но это третий. Витя пошел за Димой. Я вот так. Не вставай на край. Давай. Оставь санки. Ставь ноги. И держись. Нет, не впереди держись. Держись, как ты держался сбоку, вот тут сзади. Погнали. Пусть назад сядет. Сядь чуть-чуть назад. Вот так. Ноги про. Стой, веревки запутался. Веревка запуталась. Поехали. Ноги, ноги вперед. Ноги поставь. О, Господи, так последний раз и домой. Кричи, если что. Он специально упал. Потому что он боится, что на девочку наедет. Девочка идет себе ворон ловит. Поедет. Дети вот сами скатились и не думают о том, что кто-то тоже катит. О, мама с дочей, с кем.
Дима, да, поехал. Поехал. Зачем я буду? Я мне не надо. Марта, подойди ближе, она падает же ближе. Ближе подойди. Что? Ближе. Ай, ёпти. Дима, давай быстрее. Ужасное имя Марта. Дима, давай вот сюда, в сторону. Как корова. Здесь, помоги! О, говорю, ближе подойди. Помоги! Ладно, какая-то больно. Вик, скажешь, не боись. Витя, ты же... О, Дима, зачем ты падал? Зачем падал? Ну, сюда иди, Дима, сюда иди. Только... Что, Дима? Зачем падал? Ты хорошо ехал. Зачем ты упал? Не надо, ты хорошо ехал, не надо падать. Дим, ты бы еще полметра проехал бы полдороги. Посмотри на меня. Это не я упал. Ты уже весь мокрый. А ну покажи мне свои щеки. Боже, ты весь красный. А? Давай еще разочек и пошли греться домой. Выйдем еще лучше, вечером еще раз выйдем. Давай еще два раза. Не, сейчас Дим, Витя едет, и мы идем домой. Нет, и я еще. Ну хорошо, иди один раз. Витя, аккуратно. Давай. Нет, отойди от него, отойди от него. Ну, Витя хорошо. Видишь, как Витя, он держится ручками сзади и не падает на бок, а ты вперед летишь. Я упал. Ну, вон в конце просто слез уже, а ты на полпути падаешь. Щеки красные стреки. Краснючие. Нет. Да, сейчас они поедут, потом... Нет! Не носись грязь! Не спеши, пусть они проедут. Все, сейчас будут. Они пусть уедут. Так, ставь ноги на место. А руками пойди, пускай не уйдут. Нет, не сзади, а вот тут вот. Да, или вот тут. Нет, держишься? Да. Все, поехали? Да. Не бойся есть, не падай. Девочка, уйди. А дети вот тоже тупые стоят. На Серина, Дима, висит не будет. Все. Дима, за веревку санки бери. Идем домой. Он говорит, сам снег. Да не возьми. Ты веревку не можешь найти на самом деле? Вперед его толкай. Мама, сейчас катишься. Отойди от горки. Весь в снегу. Накатался? Не ударился? Ударился, наверное. Ударился? Нет. Пошли, ты весь в снегу. Все, пошли, блин. Пошли. Нет, все, потому что забыл. Вытери. Вытери лицо. Я понимаю, что тебе надо вытереть. Весь в снегу, пошли. Все, Дима, домой. Витя дурачится. Да, Витя? Дурачишься? Вить, пошли домой, Дима весь мокрый. Ну, прыгни еще раз, когда ты там прыгаешь. Вдруг там штурпаки какие-то. Да. Так, видео наше подошло к концу.